В индийском Мумбаи не продохнуть от героев сказок, фильмов и компьютерных игр. В городе начался уже 6-й по счету фестиваль Комик-кон. В этом году в мероприятии участвуют особенно много представительниц прекрасного пола. Этот факт отметили и организаторы Комик-кона. It's really fun to see so many people cosplaying, and we can actually get into the TV shows that we really like and all that, so it's really exciting for us.